19 октября в Казахстане ежегодно отмечается День создания службы гражданской защиты. Предотвратить, спасти и помочь – девиз сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. Опасные для жизни ситуации, природные катастрофы, пожары, дорожно-транспортные происшествия могут произойти в любое время. И в такие моменты нужен тот, кто сможет оградить от возникшей угрозы и обеспечить дальнейшую безопасность. В ДЧС Северо-Казахстанской области трудится много отважных парней и девушек, преданных своей профессии. В следующем сюжете мы расскажем о нашем земляке Асхате Жасуланове, молодом парне, который совершил героический поступок, спас жизнь малыша. Посвятить свою жизнь спасению людей Асхат решил еще в 9 классе. Молодой парень сначала окончил колледж, а затем служил в армии. После окончания службы Асхат решил не отступать и до конца идти навстречу своей давней мечте – стать спасателем. Срочную службу отслужил, получается, и как повернулся, думал, надо осуществить свои желания, мечту школьную, да, и это сдал тесты медицинскую всю комиссию прошел. Меня записали в резерв. В резерве я побыл. День, когда отправился на свой первый экстренный вызов, Асхат помнит поминутно. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в селе загорелся жилой дом. Меня направили в Таншинский район, в поселок Чкалово. Получается, я туда пошел пожарным. Там я 2 года работал. Мой первый вызов, получается, на пожар, это там было. Дом горел. Мы с ребятами поехали, дом хорошо горел, у меня прям немного мурашки были, страшно как-то, первый раз все это. Ну, как, были товарищи рядом. За 7 лет службы пожарным Асхат помог выбраться из огня большому количеству погорельцев. А недавно ему чудом удалось спасти 9-летнего малыша. По батарбая на 7 поступил вызов, что то, что горит квартира. В квартире находится ребенок. Он находился, ребенок кричал о помощи. Я полез по лестнице. Протянул ему руки, поговорили. Благополучно к себе взял на лестницу. И пока спускались, разговаривали, чтобы он не думал. Вниз не смотрел. Год назад, благодаря быстрому реагированию всего караула, Асхат со своими товарищами вовремя прибыл на место пожара и спас человеческую жизнь. За героический поступок молодой огнеборец награжден благодарственным письмом председателя комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан Владимира Бекера. Преданность своей профессии и ежедневный боевой настрой Асхата подмечают и его коллеги. Проявляет себя как настоящий специалист, сотрудник, товарищ, коллега, уже успел показать себя специалистом именно в условиях чрезвычайных ситуаций. Вот зимнего периода вот мы уже отработали, сейчас у нас идет паводок. Хладнокровно, четко принимает информацию, обрабатывает, принимает самостоятельно верные решения, четко выполняет свои функциональные обязанности и также выполняет все поставленные задачи. Асхат не считает себя героем. По его словам, он не совершал никакого подвига, а просто делал свою работу. Был решительно настроен в это мгновение и понимал, что от его действий зависит жизнь малыша. Ведь он сам воспитывает сына и, как любой смелый мужчина, готов пожертвовать собой, чтобы спасти ребенка. Как отец, он как муж очень хороший, добрый, ответственный. И также могу сказать, что у нас есть прекрасный сын, его зовут Надир. Ему исполнится в мае 4 годика. Он очень у нас активный, жизнерадостный, очень милый ребенок. Хочу пожелать своему мужу успехов в работе, всего самого наилучшего. Кирилл Потемкин, служба новостей.